У зимовы час трэба быть асабліва уважлівым при эксплуатации газового обсталявання. У выпадку выявления несправностей у дымовых и вентиляционных каналов, запорошивание будаўнічым смеццем, отсутности тяги, разгерметизации стенок дымовых каналов, при неадпаведности кратности паветраабмену у помешканні патрабаваным параметрам, трэба перакрыць подачу газу и выклікаць аварийную службу по номеру 104. Нарушение естественной тяги или ее полное отсутствие может стать причиной тяжелого отравления и даже смерти человека. Угарный газ действует на организм человека незаметно, так как не имеет ни цвета, ни запаха. Во избежание несчастных случаев в помещении с газовыми колонками и котлами устанавливаются датчики угарного газа, которые своевременно сигнализируют об опасности. Для защиты дымовых и вентиляционных каналов здания от воздействия климатических факторов в зимнее время собственникам жилых домов требуется не реже одного раза в месяц, а также в период резкого понижения температуры наружного воздуха обеспечить осмотр и при необходимости очистку от снега и наледи головков дымовых каналов в целях предотвращения их обмерзания и закупорки. Специалисты нагадывают, периодичные проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов проводятся только специализованными организациями с оформлением акта установленной формы. Собственники частных блокированных жилых домов и их представители могут такие проверки осуществлять самостоятельно в случае установки газового оборудования с герметичными камерами сгорания и индивидуальными коаксиальными отводами продуктов сгорания и прошедшие специальное обучение и допущенные по результатам обучения к выполнению указанных работ. Важно помнить о том, что соблюдая правила безопасности при эксплуатации газоиспользующего оборудования, вы сохраните жизнь себе и своим близким.